Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Одно время было модно делать фото своей ауры с помощью прибора, созданного супругами Кирлян. Скажите, это действительно реальное фото, и по нему можно увидеть цвет ауры, проблемы со здоровьем? Если по методу Кирлян, то можно. Они научно доказали, что у разных растений появляются какие-то свечения. Но тот аппарат, который якобы фиксирует вот такие свечения вокруг человека, он не связан с методом Кирлян, к сожалению. И оборудование, которое использовала семья Кирлян, если можно так сказать, оно было связано с призмами. То есть это были стеклянные призмами, в которые добавляли эмульсионные слои там серебряные, какие-то там с хилатами серебра, с какими-то там хилатами других металлов, создавало вот такие вот фотоэллиптические призмы, которые создавали свечение вокруг человека. Человек при этом находился в комнате со светом, на него направляли вот эти призмы и через окно смотрели, какое вокруг него появляется свечение. И вот от этого свечения формировалось там понятие, что люди разные и по-разному светятся. Вообще, сами же Кирлян в свое время ответили на свой вопрос. Они сказали, свечение в основном есть светлое, и они сказали, что свечение целиком и исключительно зависит от психоэмоционального состояния человека. То есть, если смотреть на человека, который нервничает, который там беспокоится, у него будет... Но если тот же человек через 20 минут успокоится и будет нянчиться с ребенком, его свечение будет другим. А если он поел, его свечение будет третьим. Таким образом, можно сказать, что данное свечение является фактически прообразом чувств, которые испытывает человек в тот момент. Ну и в дальнейшем, конечно же, вот такой вот метод может быть использован для того, чтобы понять, человек врет или нет, испытывает он страдания или нет и так далее. Но опять-таки, есть такие люди, которые могут универсально работать со своими чувствами, имеют некие способности для того, чтобы обманывать людей, которые их исследуют, создавая чувства и так далее. Таким образом, можно сказать, что, возможно, те... системы, которые дают человеку возможность проанализировать его ауру и сказать, что аура у вас такая и там чего-то не хватает, ну, я бы относился к этому скептически, с улыбкой. Если это попадает, ну, пусть вам помогает. Знаете, во многом же есть еще такие элементы, как плацебо. В случае, если вам это помогает, ваше состояние улучшается за счет этого, то пусть это имеет место быть. Ничего в этом плохого нет. Кстати, хотел бы сказать, что плацебо является тоже научным методом и в большинстве своем используется на сегодняшний день в мире. Поэтому исключать метод помощи с помощью плацебо не стоит. Если вам это помогает по плацебо, как плацебо, то пусть это будет.